Приехала новая порция орхосчастья. Конкретно, конечно, только котлеи. Такие красавицы, просто захотелось заснять. Такая рыжая, с потрясающей губой. Потом вот такая цвет чернильно-красный, бархатная, огромный цветок. Ну, очень-очень сочное растение, просто лялечка. Еще одна, конечно, для меня это тоже шок. Я таких еще не видела. Конечно, название не имеет. Покупаются только по цветению. Конечно, такие вещи всегда дорогие, но они того стоят. Еще одна чернильно-красная. Вот немножко камера высветляет, но она темнее. Тоже громадный цветок. Здесь вообще огонь. С шикарной-шикарной губой. Конечно, примят немножко после дороги, но можно увидеть губу и вот эти вот росчерки кисточкой. Красавицы. Здесь у меня рюши. Это, по-моему, Юли имеет название. Здесь еще красная, такая же. Они все одного вида. Бархатисто-красная, чернильная. Это самый интересный такой цвет. Зеленый. Зелено-желтая. Тоже потрясающая губа. Рюшки. Кто у нас здесь? Мазинг. Мазинг, конечно, мечта. А у мазинг крупные цветы. И она, ну, невероятно яркая. Просто вот этот перелив губы. Вот растение. Само. Да, конечно, как всегда, не дешевое. Да, что-то красивое, дешево стоило. Так, это... Здесь, конечно, цветок небольшой, но она с каждым, она имеет букет от цветкового цветения. И каждый рост будет больше предыдущего и будет нести все больше цветков. Цветки пластиковые вообще. Красавица. Так, кто у нас здесь еще? Это еще одна мазинг. Еще одна красавица. Ой-ой-ой. Так, и здесь у нас тоже губа нечто. Ой. Три цветка. Смотрите. Супер. И тоже растение. Лялечка. Ну, такое вот орхосчастье сегодня вечером.